Ой, так ведь это же я. Что значит я? Yeah. Я бывают разные. I gotta be me, I gotta be me. What else can I be but what I am? Здравствуйте. Меня зовут Валерий Верязкин. Я веду блог «Будда в городе». Обучаю медитации, которая называется «Практика осознанности», ну и некоторым другим навыкам работы с сознанием, работы с собой. А в целом же меня интересует жизнь. В первую очередь, человеческая жизнь во всей ее полноте. И не так давно я заинтересовался фразой «подлинная жизнь». Что это такое, собственно? Подлинная жизнь, аутентичная жизнь, полная жизнь, честная жизнь, глубокая жизнь. Можно привести достаточно много синонимов. Я захотел чуть больше разобраться в этом и начать с разговоров с друзьями и вообще с разными людьми. Поспрашивать их, а что они думают о подлинной жизни. Что это такое для них подлинная жизнь. И я надеюсь, что эти наши разговоры будут интересны не только нам, тем, кто разговаривал, но и вам, тем, кто слушает это сейчас. И, возможно, вы даже услышите что-то важное для вас, для вашей жизни, для вашей подлинной, глубокой, полной жизни. И сегодня я говорю с Сашей Безродновой. Мы с ней познакомились лет 15 назад, когда оба активно занимались контактной импровизацией. Но с тех пор воды утекло много, наши с Сашей потоки несколько разбежались, но сама вода в них одна и та же. Я в данное время активно не занимаюсь контактной импровизацией, а Саша же ее, напротив, преподает. Но для нас обоих по-прежнему важны импровизация, контакт, течение, остановки и слушание. А вообще Саша – человек-оркестр, человек-праздник. Она увлекается, работает профессионально, внедряет в жизнь, в общество – многочисленные системы с английскими названиями, о которых я и понятия никакого не имею. Dragon Dreaming, Theta Healing, Free Diving, Mother, Where You Going. Также она защищает права дельфинов, чистоту океанов, создает организации с открытым центром и танцует, танцует, танцует с жизнью. Но вот обо всем этом, о подлинной, наполненной смыслом жизни, мы поговорим с Сашей Безродновой. И, возможно, вы услышите в нашем разговоре что-то интересное и важное для вас. Так что налейте себе чего-нибудь вкусного, откиньтесь на спинку чего-нибудь удобного и приятного вам прослушивания. Ну давай, я сейчас вот уже выпускаю запись, и... Ну давай начнем вот так совсем широко, как раз вот, вот эта фраза «подлинная жизнь», я всех, собственно, так спрашиваю широко. Для начала, она что-то тебе говорит или, наоборот, спрашивает у тебя, вот что такое подлинная жизнь, да, отзывается как-то? Или, может быть, какой-то смысл, который ты там по-другому для себя называешь, да, но близкий вот к этому понятию подлинная жизнь. Вот что это такое для тебя?
Наверное, у меня несколько сразу мыслей параллельно возникают. Я попробую каждую из них развернуть. С точки зрения просто слов, подлинное, как неподдельное. И неподдельное, смысл такой не в смысле, что она неподдельная, что она настоящая, а неподдельная в смысле, что я ее не подделываю. То есть, как бы не выдаваю желаемое за действительное. И не, ну, как-то эта тема, она, наверное, для меня сейчас очень видная. Прям в некоторых жизненных ситуациях она прям в последнее время как-то встречается, что иногда. Сейчас попробую, не знаю, можно ли это без примера сказать, сейчас попробую без примера абстрактно, может быть, нужен будет пример. То, что я, например, или кто-то ведет себя, как будто бы вот оно так, а на самом деле оно по-другому. Но так как хочется, чтобы было так, то мы ведем себя как будто бы так. Не знаю, понятно это или нет, сейчас попробую по-другому сказать. Самый первый поверхностный слой, который можно подумать, это как будто бы есть что-то там настоящее, а вот я живу там не по-настоящему, не в соответствии с собой. Но для меня это какой-то такой поверхностный слой, о котором даже говорить неинтересно. А есть другое, что есть я, и я живу как бы в соответствии с собой. И есть еще другие более глубокие слои меня, которые не имеют права быть. И поэтому я живу в соответствии с собой, которая мною самой приемлема, и, например, не живу в соответствии с собой, которая мною собой неприемлема. Неприемлема для кого? Которые, по моему мнению, неприемлема, и значит. То есть я могу думать, что обществом неприемлемо, но это тоже как бы очень поверхностный слой. Потому что что грешить на общество, скорее всего, я сама такие вещи не принимаю. Я сейчас говорю и понимаю, что это очень абстрактно, и абстрактно не так интересно. Да, но можешь вот как все-таки дать сегодня какой-то пример? Ну, то есть, например... Конкретный. Давай я сейчас один пример приведу, если он будет слишком жесткий, то потом какой-нибудь другой пример приведу помягче. Он не жесткий, но он такой прям очень, ну, какой-то для меня прям совсем актуальный, что, например, я чувствую, там, не знаю, по отношению к какому-то человеку очень глубокую, не знаю, очень глубокое расположение, очень глубокую привязанность, которая прям очень сильная, но в данных отношениях это неуместно. И я говорю всем, что я чувствую что-то другое. Я говорю, что я чувствую, там, не знаю, приятное, дружбу там. И я сама себе это тоже говорю. Потому что в данной ситуации, в данной социальной ситуации, там, или в данной моей жизненной ситуации, это, ну, не к месту. И дело не в том, что я говорю об этом другим, а я буду говорить об этом и себе. Для того, чтобы хорошо нужно собрать себе, прежде всего. И, соответственно, вот здесь для меня вопрос подлинности, да, как бы соответствия самому себе. Он такой, получается, неоднозначный. С одной стороны, вроде бы я это делаю во благо себе же, там, и всем остальным, а вроде бы и где-то я сама себе вру. Когда... Или наоборот, может быть... Не знаю, может быть, я испытываю какие-то негативные чувства, но сейчас их неуместно испытывать, и тогда зачем мне их вообще, ну, обнажать для себя и для других? Это же не конструктивно. Вот, соответственно, для меня, наверное, какой-то вопрос подлинности, это вот, ну, он для меня вызывает вопрос какое-то осознавание разных слоев. И порой противоречивых слоев себя, своих чувств, своих там потребностей, убеждений, и как минимум осознавание и принятие этих слоев, что я действую не из одной какой-то точки, а что я действую из точки, в которой
в которой все очень неоднозначно. Это, может быть, может быть, тема принятия неоднозначности, потому что как будто бы если я, ну, грубо говоря, персона — это что-то понятное. Вот этот человек, он такой, или я себя презентую как такую-то. И это всегда не так, это всегда неправда. Всегда есть какие-то противоречия, какая-то неоднозначность. И, может быть, подлинность — это не в том, чтобы вскрывать именно там самые не такие слои себя или проявлять какие-нибудь самые там, не знаю, нестандартные там свои ходы или чувства, а именно как-то, может быть, принимать и позволять себе быть в контакте вот с этой неоднозначностью и с тем, что я иногда действительно не знаю, что мне делать, и не знаю, как поступать. Mm-hmm. То есть это не о том, чтобы mm-hmm. поступать правильно, а о том, чтобы вот, ну, как бы, я же подлинно не знаю. И вот прямо подлинно не знать. А есть ли какой-то способ, ну, вот способ для тебя вот пойти туда, вот в это принятие, да, вот этого незнания, этой там многозначности, вот именно как, ну, не знаю, как алгоритм даже, да, какой-то, как практика определенная, ну, вот некий способ. Круто, что вот именно сейчас прозвучал колокол, потому что как раз способ для меня — это остановка, и, например, в драгондриминге эта остановка, они иногда, ну, то есть хорошо ее периодически осуществлять, но для того, чтобы иногда людям напомнить, что можно так делать, звучит колокольчик. Звучит колокольчик, и все замолкают и начинают просто глубоко слушать. Можно я буду там так слушать что? Слушать что? Вот сейчас раскрою, да. Слушать ощущения в теле и все, что находится под моей оболочкой. Все мои ощущения в теле, все мои эмоции, все мысли, которые во мне пробегают. Все их послушать и обнять без того, чтобы какую-то из них выбирать, без того, чтобы их проговаривать или без того, чтобы там их куда-то задвигать. Просто послушать все, что есть, и обнять, без того, чтобы что-то с этим делать. А что значит обнять? Обнять, я использую это слово в значении, наверное, принять с любовью. Принять с любовью, позволить этому быть. И дальше... Это еще не все. Да, можно я буду... Окей, да, я буду придираться к словам, чтобы... Ну, мы же делаем это для людей, да, и понятно, что вот там, скажем, мы, может быть, говорим на каком-то близком языке, а для кого-то это вообще непонятно, да? Вот, и поэтому вот если принять с любовью, опять, а что это значит? Вот как это происходит? Ты говоришь словами что-то себе... Скажем, ты замечаешь это, вот все эти чувства, ощущения там физические, эмоциональные, и говоришь, окей, да, я вас люблю, я вас принимаю. Или это как-то еще? Вот как ты это делаешь? Хороший вопрос. Потому что для меня само слово «обнять», оно уже является как каким-то внутренним действием. Ну, как будто бы... Ну, то есть я могу на уровне... Ну, то есть для меня обнять — это как бы образ, что то, что есть, я представляю себе, что я это обнимаю. Я физически это себе могу представить, что я вот все это обнимаю, и обнимаю это в том числе, значит, что в каком-то смысле помещаю все внутрь себя. Потому что вот мое сердце, вот мои руки, и то, что я обнимаю, оно заключено в мои объятия, оно как бы внутри меня, оно уже не является чем-то внешним по отношению ко мне, к чему я отношусь, отделяя себя от этого. Вот я, вот оно, я обнимаю и принимаю, что да, это часть меня, я больше этого, и оно внутри меня. Оно не является чем-то внешним, с чем я могу бороться или конфронтировать. Понятно. Спасибо. А вот ты упомянула сразу, давай мы будем расшифровывать Dragon Dreams, да? Это что такое? Хочешь, я договорю там саму вот эту штуку, что, например, звучит колокольчик, и дальше
Это то, что называется глубокое слушание, или там на языке аборигенов австралийских это называется пинакари. А сама идея этого слова, она не переводится дословно ни на какой язык, ни на русский, ни на английский, это слово пинакари. Но примерно оно значит то, что слушать так чутко, что ты буквально можешь услышать песню земли. И это значит, что я позволяю себе услышать все, что есть, и себя, и все, что внутри меня. И дальше я хочу услышать людей, которые вокруг меня. То есть я своим вниманием обнимаю себя, потом я своим вниманием обнимаю того или тех, с кем я сейчас взаимодействую, и дальше я своим вниманием обнимаю всю планету. И я слушаю все это. И это такой процесс, он не интеллектуальный. Там, может быть, мне никакая мысль не придет в этот момент. А может быть, придет какая-то глупая мысль. Но в этот момент я, что ли, готова, я восприимчива. Я открываю себя для того, чтобы быть восприимчивой к информации. И для меня смысл всего этого – это в том, чтобы перейти от состояния разделенности к состоянию единения. Что все, что происходит внутри меня, все, что происходит вовне, это все единое целое, и это все часть меня. Я могу расширить себя, свое внимание до такого широкого, что я могу включить все, ну, как бы, внутрь себя, внутрь своего внимания. И тогда мне проще со всем, что есть, договориться, потому что это все часть меня, а с собой я как-нибудь договорюсь. Вот. И... А вот тогда здесь у меня вопрос по поводу обнять вниманием планету. Опять же, как ты это делаешь? Или вы это делаете? Знаешь, я думаю, что каждый делает по-своему, потому что это не какая-нибудь жесткая инструкция, там, делайте это так. Это скорее такой, такие фокусы внимания, обрати внимание на себя и почувствуй все, что ты почувствуешь всеми своими органами чувств, которые у тебя есть. Обрати внимание на свое тело, на то, как ты дышишь, на то, как твой вес опирается. Обрати внимание на других и просто почувствуй, восприми без какой-то специальной инструкции. Вот вообще все, что ты можешь воспринять. И дальше обрати внимание на планету. Сделай его шире, чем рамки вот этой комнаты, где ты находишься, например. Вот. И дальше тоже, что придет, то придет. Это такой как бы максимально открытая и общая инструкция. И кто-то представит себе планету. Кто-то, может быть, кому больше свойственно чувствовать телом, он, может быть, просто почувствует земное притяжение. А кто-то, может быть, почувствует, что вот я вдыхаю, выдыхаю воздух, и этим самым я един во всем этом процессе газообмена на планете. То есть такая очень, очень широкая инструкция, но, по сути, это направить свое внимание на себя чуть шире и совсем широко. Там в тета-хиллинге, например, следующим шагом предлагают отправить внимание еще шире, отправить внимание, ну, как бы до всей Вселенной и всего, всей Вселенной, как мы ее представляем себе, и за пределы Вселенной, как мы ее себе представляем. Вот, то есть, по сути, тот же самый процесс, только там как бы выходит еще на один шаг, давайте мыслить в рамках еще шире, чем эта планета. Вот. Окей. Ну, ты вот эту вот завершила. Это была история, сказала. Это была история с колокольчиком, да. Вообще, если ответить, просто не знаю, есть имеет смысл или нет. Если ответить на вопрос, что я делаю, какой лично конкретно мой метод, вот прийти к этой подлинности, это прежде всего перестать делать. Это остановка. Дальше, после остановки, идет глубокое слушание. Дальше, когда я остановилась, я могу слушать. Но пока я делаю, если я буду продолжать делать то, что я делаю, если я, ну, например, продолжаю находиться в общении, продолжаю выдавать какой-то паттерн, то в этот момент я очень занята. Вот какой-то, наверное, шаг перестать быть занятой, вот действительно остановиться, замолчать. Это, ну, как бы, это для меня первый шаг, а дальше после него можно применять любую технику. Вот. Спасибо. А вот ты уже употребил два термина таких: Dragon Dreams, да, и Tether Healing. Dragon Dreaming, это... да. Dreaming, Dragon Dreaming, да. И Tether Healing, да. Вот просто чуть-чуть, может быть, расшифруешь, что это такое, потому что не все люди же знают. Даже я про Dragon Dreaming. Ну, я читал, конечно, твои материалы, но даже название плохо запомнил. Я сразу могу сказать, что Dragon Dreaming, что это Tether Healing, это примерно то же самое, что контактная импровизация. Пока не попробуешь, не поймешь.
А так, если чуть более серьезно, dragon dreaming — это... я еще одно сложное слово применю. Ну, как бы я бы сказала, это пермакультура в человеческих отношениях. Или пермакультура в осуществлении проектов и в регулировании жизни сообществ. Это такая область знаний про то, как может жить организация с пустым центром или организация с открытым центром. То есть не иерархическая организация людей, как какая-то группа людей или проект может жить по принципам живой системы. Отличие живой системы от машины в том, что в машине можно вынуть шестеренку, вставить другую. Если одна шестеренка сломалась, ее можно просто переналадить, заменить, и все будет работать. И мы можем так смотреть на организации, и тогда мы по такому образу будем строить свои организации. А можем смотреть на организацию как на живую систему, и тогда там работают совсем другие принципы. Например, основной принцип – это непосредственная постоянная обратная связь. Если в организме что-то происходит, тут же приходит информация о том, что что-то происходит. Эту информацию никакой орган не задерживает. Если информация где-то задерживается, другое место рядом с этим будет бить тревогу. Ребята, никакая информация не приходит. Вот. И это то, чего... Это то, что отсутствует в организациях, сложенных по машинному типу. Потому что мы очень часто... задерживаем информацию, потому что, ну, неудобно сейчас об этом говорить, или потому что мы не знаем, как сказать, или потому что, чтобы передать информацию, нам нужно передать ее через очень много ступеней власти, например. То есть получается, что организация живет не как живой организм, который что-то случилось, и он тут же отреагировал и тут же исправил ситуацию, а все занимает время, и пока это время пройдет, там уже все отвалится. Вот, соответственно, это мудрость про то, как общаться, как создавать какие-то вещи вместе, будь то мой личный проект, который там длиной может быть в один день, или будь то какой-нибудь там глобальный, не знаю, проект по очистке страны от мусора, как, например, вот это движение Let's Do It, которое зародилось как раз у вас в Словении, оно было создано по принципам dragon dreaming. Вот. Одна из мудростей, которая используется в dragon dreaming, это идея цикличности. Это идея о том, что если представить себе год, в году есть на все свое время. Есть время на подготовку к работе, есть время на саму непосредственную работу, когда мы сеем, там сажаем, потом мы вспахиваем. Есть время на сбор урожая, и есть время на переваривание и отдых, и на то, чтобы очень много поспать, например, зимой. И только благодаря тому, что мы зимой достаточно поспали, у нас переварился опыт прошлого года, и тогда мы Новый год можем начать действительно уже в новом качестве. И вот эта мудрость, которая через это несется, что как приглашение перейти от идеи то, что самое главное – это делать, то, что несет нам наша цивилизация, делайте, 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 и вы будете успешными людьми. Но то, что, ребята, в природе вообще-то задумано, что мы делаем 25% времени, а 25% времени мы мечтаем, а 25% времени мы планируем, а 25% времени мы празднуем. И есть очень... То есть под каждым из этих слов стоит очень много всего, то есть это просто как клише такие, вот планировать, вот праздновать. Но на самом деле есть очень много всего, чего можно сделать для того, чтобы действительно вот этот процесс моего развития, он был устойчивым, а не... яростным, буйным, пока я не сдохну. Вот, соответственно, вот это dragon dreaming. Многом про него можно сказать, но, наверное, это какие-то основные вещи. Про то, как общаться, и про то, как быть устойчивым в своем развитии, про то, как делать так, чтобы команда, группа людей, сообщество были устойчивы в своем развитии, без того, чтобы кто-то им говорил, что делать, как им самоуправляться друг с другом. Ну, и ты, насколько я понимаю, развиваешь эти идеи? В России, везде. Везде можно. Я их применяю на себе. Ага. Вот. Мы в России создаем возможности для людей про это узнать, и если они заинтересуются, начать этим пользоваться. И потихонечку сейчас формируется сообщество людей, которые этому обучаются и хотят этим делиться с другими. Ну вот, а для тебя это
Я верну немножко на тему нашего. Ну, в смысле, что оно, конечно, связано все, но я хочу это еще больше связать. Вот сами эти принципы, они, принципы вот этого Dragon Dreaming, они для тебя как-то связаны вот с этой самой подлинной жизнью? Да, они для меня связаны с подлинной жизнью. Они для меня связаны. Там есть такое, как бы, такое понимание, которое вырастает вот из этого, ну, скажем так, колеса проекта, да, что есть мечта, там есть планирование, есть действование, есть празднование. Внутри этого колеса есть идея возвращения к себе, что проект начинается с мечты какого-то одного человека, потом все больше и большую часть проекта начинает занимать там общество или команда и взаимодействие со средой, и человек идет, и он реализует свой проект в среде. А потом постепенно он собирает урожай и смотрит, а достиг ли я своей мечты, или изменилась моя мечта, воплотилось ли то, о чем я мечтал, может быть, сейчас я смотрю на мир по-другому, что я из этого лично получил, какое я личное развитие получил. И есть возвращение к себе и такая постоянная перепроверка себя, то ли это, чего я хотел. Очень часто люди, затевая проекты, вот этот вопрос себе задают только в самом конце. А идея Dragon Dreaming в том, что этот цикл, он должен циркулировать постоянно. Я постоянно должен перепроверять свою мечту, я постоянно должен возвращаться к себе, к индивидуальному, и, ну, как бы, перемечтовывать, праздновать, отмечая, что действительно сейчас получилось, через какие трудности мы прошли, чему мы научились благодаря тому, что у нас что-то не получилось. И опять же, через это мы возвращаемся к себе, потому что она не абстрактно не получилась, она не получилась у нас. И это часть нашего развития. И вот это такое возвращение к себе, оно для меня как раз про подлинную жизнь, про то, чтобы не уйти, совершать свой мрачный подвиг и постоянно взаимодействовать там со средой, которая тебе иногда дает ответ: «Нет, нет, ты это делаешь не так, нет, это сейчас неправильно, нет, это сейчас не подходит», а действительно вернуться, пересмотреть, понять, чего же мне действительно надо. Может быть, мне для счастья нужно не просто, чтобы этот проект осуществился, но и чтобы я в конце него остался живым, здоровым и счастливым. Вот, и это такая сложность очень для многих экологических активистов и социальных активистов, потому что, когда люди, ну, работают неустойчиво, они выгорают, и дальше они тот самый подвиг, который они хотели совершить, они даже не доживают до того, чтобы его совершить до конца. Вот, поэтому оно как бы, да, оно очень про возвращение к себе. Ну, и вот тебе это помогает, да? Вот да, как-то да. Жить и воплощать свои мечты. Да, оно мне помогает и в отношениях, то есть, например, ту же самую идею празднования, остановиться и индивидуально друг другу вернуть или сказать, или поддержать, или поблагодарить за то, что только что произошло. Это полезно и просто в любых отношениях. И мы, например, с мужем так и живем. Мы это празднование периодически себе устраиваем. Мы останавливаемся, и какой-то последний обозримый промежуток времени мы его празднуем. И тут оказывается очень много всего, что, оказывается, было там не сказано или недосказано. Очень много всего, что можно понять, и тогда наша жизнь становится не таким глобальным проектом. Там один раз поженились, и пока не умерли, вот мы живем на одной и той же линии. А нет, мы сделали очередной виток, мы на него оглянулись, мы его переварили, мы поняли, что мы можем улучшить, о чем мы еще можем друг другу попросить, за что мы друг другу уже благодарны, там, чего мы уже достигли. И следующий виток – это как, ну, как следующий год. Вот. И хорошо такие витки делать не когда припрёт и когда все уже плохо, а если делать их периодически, то это такая очень хорошая профилактика для того, чтобы все время держаться, ну, как бы, в хорошем тонусе, в смысле, что в хорошем настроении, в хорошей атмосфере, все время получать, ну, как вот осенью, там, мы собрали фрукты, и мы их съели, и мы напитались, и таким образом мы после каждого небольшого витка можем остановиться и действительно выделить время на то, чтобы напитаться, иначе мы все время отдаем, и так тоже можно в какой-то момент, ну, как бы, сгореть и отдать себя без того, чтобы действительно остановиться и понять, а что же я все-таки получаю? И получать это тоже действие, которому, мне кажется, не все научены. Вот как получать? А как получать? Ну вот как получать? Получается, что я, типа, от отношений хочу чего-то получать, но если я сама этот процесс себе не организую, если я сама это ничего не беру, то я все время буду жить в ощущении, что мне не додают. А на самом деле я сама не получаю, да? А если я остановлюсь и оглянусь назад, например, вот за последний месяц, что мы делали,
что мы почувствовали, что я почувствовала, что со мной произошло, за что я благодарна. И человек мне говорит, за что он мне, например, благодарен. И в этот момент я получаю. Он отмечает те качества мои, которые его поддержали. Я их сама, эти качества, могла не заметить. Но в тот момент, когда он мне их называет, я получаю очень большую поддержку, потому что эти качества во мне начинают расцветать. Я начинаю понимать, действительно, оказывается, я умею очень вовремя молчать. И это очень крутое качество. Или, я вот умею там вовремя, не знаю, взять за руку, например. И это я получаю. Или, например, я вот привыкла делать так, а ему, ну, как бы, с этим неуютно, например. И тоже я получаю знания, это знание, которое меня развивает. И я могу дальше на основе этого знания делать какие-то свои выборы. То есть мы получаем признание, мы получаем уроки, мы получаем благодарность, мы получаем вообще даже сам процесс того, что нас видят, когда кто-то мне просто говорит про меня, даже если он говорит, никак не характеризовывая, я чувствую себя видимым, и это тоже одна из тех вещей, которая помогает человеку знать, что он есть. То же самое, что делается в аутентичном движении. Человек движется, а его наблюдают. И тот факт, что его наблюдают, помогает ему чувствовать, какой он, и возвращаться к себе через вот это вот внимание другого. Вот. Слушай, а вот ты сказала, что в отношениях с мужем вы используете это, а вы делаете это как прям какой-то вот такой ритуал специальный, запланированный заранее, или это просто спонтанно как-то? Да, это прям ритуал. Мы говорим, давай попразднуем, давай попразднуем. А в какой-то момент даже у нас такое понимание пришло, вот про свадьбу я как-то... Вообще никогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь выйду замуж, например, или что у меня там будет что-то похожее на свадьбу. Официальной свадьбы у нас на самом деле еще не было никакой. Но было уже много наших свадеб неофициальных. Вот. В какой-то момент я его спросила, говорю, вот зачем это вообще? Что это такое? Что это за свадьба такая? Зачем это? Он говорит, ну так свадьба — это же праздник. Это праздник отпраздновать с другими радость того, что мы вместе. Я говорю, о, круто, отпраздновать с другими радость того, что мы вместе. Так мне же все время от этого радостно, значит, это нужно праздновать часто. Потому что когда я представляю себе, что это праздник, который случается один раз в жизни, и дальше все, уже не праздник, мне становится жутко, и тогда мне не хочется такого праздника, который он какой-то терминальный получается. Либо надо чаще менять мужей. Ну, то есть получается, что в момент этого праздника что-то заканчивается. Там, когда праздник заканчивается, он заканчивается, дальше начинается там что-то другое. Я говорю, слушай, так праздновать нужно постоянно, нужно же регулярно праздновать. И мы решили праздновать каждый раз, когда вот у нас какой-то новый виток происходит, или там какой-то новый кусок времени, когда мы вместе, там мы приезжаем в какое-то новое место, и там мы можем снова сделать свою свадьбу и снова отпраздновать, что мы вместе с теми людьми, которые в этот момент рядом с нами. Потом мы приехали в другую страну, и там мы отпраздновали, что мы вместе с теми людьми, которые рядом с нами. И мы поделились своей радостью, и мы остановились и сделали ритуалы, и пропраздновали вот этот вот предыдущий какой-то шаг, предыдущий кусок, и мы начали с чего-то нового, свежего. И это прямо вообще, конечно, это сильно изменило мои представления о том, как можно жить вместе, потому что раньше мне было страшно немножко, а теперь я понимаю, что, оказывается, ну как-то на свадьбе ничего не заканчивается, вопрос только как ей пользоваться, этой свадьбой, потому что это реально получается, что празднование – это навык, вот уметь праздновать. Я понимаю, что из всего драгондривинга, из всех там мудростей, которые есть, если я просто донесу до нескольких человек в жизни, что есть такая тема, как праздновать, и научу их хотя бы немножечко пользоваться этим как инструментом, как навыком, это все, моя работа сделана. Потому что я раньше даже, не знаю, я там лет с 14 я не праздновала свой день рождения до прошлого года. Я не понимала, зачем это. Потому что мне казалось, что это какая-то вещь, ну, так же, как свадьба, знаешь, это фарс какой-то, это какой-то, а почему именно 11 декабря, почему не каждый день? Почему люди раз в году мне говорят о том, что они обо мне хорошо думают? Если они обо мне хорошо думают, почему они мне говорят не каждый день? И тогда, когда они мне говорят раз в году, мне становится обидно, что же они весь год молчали? Вот. И когда я стала учиться праздновать, я поняла, что действительно просто нужно уметь праздновать регулярно, а не раз в году. И тогда оно действительно, ну, как-то обретает смысл, и вот эта поддержка, она может прийти тогда, когда она нужна, а не раз в году. Вот. Потому что раз в году сразу вот так вот скопом, я даже не успею всех услышать, это слишком много.
А так по чуть-чуть очень даже поддерживает. И поэтому получается, что навык праздновать — это, например, просто иногда, если я о человеке что-то хорошее подумала, не полениться и сказать ему об этом. Или если я кому-то за что-то благодарна, не полениться самой осознать это и не полениться взять и сказать об этом. Все для человека это уже вот в таком смысле, даже если он не знает слова «празднование», для него это уже что-то, что его обновляет, что его поддерживает, что помогает ему расцветать. Хорошо, спасибо. У меня есть ощущение, что я слишком много говорю. Слушай, так я же тебя спрашиваю, я тебя интервьюирую. А вот, ну, ты немножко уже как начала говорить о том, что там в 14 лет там тебе было как-то по-другому. А ты вообще, ну, как-то в своей жизни видишь какую-то, ну, как-то прогрессию, что ли? То есть, ну, я просто объясню. Вот я тебя вижу как раз такого человека, со стороны вижу тебя как человека, очень как-то, как раз, ну, полно, что ли, воплощающего себя, да, вот, ну, как я могу судить со стороны, да, вот то, что я вижу по твоей какой-то деятельности, даже там через Facebook или когда мы там виделись чаще, вот, ну, как-то полно, вот как раз подлинно воплощающе, честно и полно, вот, но я же тебя не знаю всю жизнь, да, и, соответственно, ты сама как оцениваешь вот эту твою подлинность, она как-то менялась в процессе жизни, и если да, то вот как, что этому помогало, если она там как-то росла или, ну, вот как-то менялась? У меня есть один короткий ответ. Он, может быть, сюда вообще не засчитывается, но это просто как ответ наблюдения и за собой, и за другими. Если думать про подлинность как про такую аутентичность и про контакт с тем, что есть внутри, то получается, что там... Я, например, когда-то родилась и была абсолютно подлинной. Я не была закована никакими своими представлениями о том, что стоит и что нет. И в какой-то момент в процессе развития произошло отдаление от этого, а потом выбор и приближение к этому снова. Ну, выбор? Да, потому что это все-таки выбор, мне кажется. Это не... Ну, как говорил мой научный руководитель, оно само собой от сырости вот так вот не заводится. Ну, а это был выбор, который вот ты как-то помнишь? В смысле, это было как событие прямо какое-то вот... Или как это происходило у тебя, этот выбор? Возвращение к этой подлинности. Мне кажется, да, выбор, он как-то связан с осознанием ценностей. Ну вот просто в качестве примера, я, например, сейчас нахожусь здесь, не побоюсь этого слова, в Европе. Для меня это, ну, вот какое-то такое клише, знаешь. Я понимаю, что вся Европа разная, и в Европе там во всех странах люди все разные, но есть одна такая особенность, что здесь люди целуются в щечку два раза. Вот они встречаются, и нужно чмокнуть в одну щечку, а потом в другую. И я каждый раз в этом месте торможу, потому что я... У меня такой ступор. Я там, если человек хочет меня поцеловать, я тянусь его и целую. Я его поцеловала, а он еще чего-то ждет. А потом в какой-то момент я поняла, что нужно просто запомнить, что просто надо сделать это два раза. Неважно, как это можно сделать вообще. То есть это реально они просто делают вид. Они реально в этот момент не целуются и не обнимаются. Но они делают вид, что они поцеловались и обнялись, причем два раза. Вот. И вот это какая-то такая штука про... про то, что для них ценностью, ну, я предполагаю, я не могу сказать за всех, это обобщение, я понимаю, что это очень вообще некрасиво так говорить, как я сейчас говорю, но я, например, сейчас буду говорить, думая про конкретных людей, и для них ценность в этот момент соответствовать нормам общества и ожиданиям. А для меня, например, в этот момент ценность само по себе объятие и соприкосновение. И я не могу сказать, что я в этот момент более подлинная, чем они.
они в этот момент подлинные в том, что они соответствуют своим ценностям, они очень стараются для того, чтобы свои ценности воплотить. А у меня, например, другая ценность. У меня, например, ценность — это там с человеком прийти в контакт и, обнявшись, там, не знаю, чтобы у нас какой-то взаимообмен на уровне дыхания или там ощущения или запаха произошел, не знаю. Вот, соответственно, и для того, чтобы в это пойти, мне нужно осознать, да, моя ценность вот такая вот. С одной стороны, эта ценность может прийти от родителей, или она, наоборот, может прийти, как бы, там, ребенок видел, что было у родителей, и понял, что ценно это на самом деле другое. И поэтому мне сейчас очень интересно разговаривать с Марио, потому что он на своих родственников, с которыми мы сейчас встречаемся, которые вот так вот чмокаются по два раза, он на них смотрит такими же глазами, как я. Он, ну, как бы, он не один из них. И его тоже шокирует постоянно то, что он видит. Что, и ты спросил меня, был ли какой-то момент такого осознания. Я думаю, что это не, как бы, это не вспышка света, конечно, была, но были какие-то события там с людьми, которые провоцировали эти вещи. Вот. Ну и, наверное, то, что мои родители, они все-таки поддерживали. Ну, то есть как-то их общение со мной, оно было в том, чтобы поддержать во мне то, что есть, вместо того, чтобы сказать мне, какое я должна быть. Хотя этого, конечно, тоже было достаточно. Но вот как бы они мне никогда не диктовали, кем быть. Как-то так. А когда тебе не диктуют, кем быть, то тогда действительно, ну, когда, я не буду говорить тебе, когда мне не диктуют, кем быть, то тогда у меня действительно есть место, чтобы задаться самой вопросом. А если я буду что-то делать, зачем я это буду делать? Вот. Но, знаешь, сейчас вспомнила один момент, который прям был момент переключения один. О, это было прикольно. Рассказать? Да, конечно. Как-то в пору своей юности, если так можно сказать, была бизнес-тренером. И я работала там в разных бизнес-тренинговых компаниях, и потом у меня была своя бизнес-тренинговая компания. И в какой-то момент я проводила какой-то очередной тренинг, и вдруг я поняла, что все, это мой последний тренинг, я больше ни одного тренинга в жизни такого бизнес-тренинга провести не хочу, больше никогда, все, до свидания. Я прямо посреди тренинга это поняла, и я уже не знала, как его закончить, потому что для меня все закончилось в этот момент. Я даже поняла, что я даже не хочу, чтобы эти люди знали, как меня зовут. Я вместо того, чтобы сказать, что я Саша, сказала, что я Маша. И, кстати, было прикольно слышать, как люди говорят «Мария!» Я вот... Такое сильное имя. Я не готова слышать в свой адрес такое сильное имя. Ну ладно, уже придется с этим как-то иметь дело. Но откровение пришло такое, что вот там у меня, когда я шла в институт учиться на бизнес-тренера, у меня были такие вот амбиции. И они были, в общем-то, ну, вроде как мои, но все-таки откуда-то я их взяла, или как-то я к ним присоединилась, что это круто быть бизнес-тренером и там обучать людей в корпорациях, чтобы они там достигали большего, все такое. Вот, и тут я поняла, что вообще, вот в крайнем случае, из того места, из которого я смотрю, то, что я вижу, это то, что бизнес-тренер, это, как сказать, человек, который играет роль, который... поддерживает иллюзию того, что то, что заложено системой, можно изменить за 8 часов. Или там за 16 часов. Что люди, например, там два отдела режутся друг с другом, там строят друг другу подлянки, и даже внутри компании они не способны там работать все на единую цель. Это заложено системой. Я могу помочь людям увидеть, что это неэффективно. Я могу помочь им увидеть,
где они реагируют привычным образом, и могу помочь им обнаружить, что, оказывается, можно и по-другому. Но когда они вернутся на свое рабочее место, их начальство в общей сложности это в итоге все равно не поддерживает. И вся банковская система, и вся коммерческая система мировая, она все равно построена на конкуренции в том виде, в котором она сейчас существует. И получается эти изменения, то есть даже если я людей чему-то научу, когда они вернутся на свое место, самое лучшее, что они могут сделать, это забыть это. Потому что все вокруг будет таким же точно. Или они могут уволиться. Они могут уволиться и пойти делать что-то свое действительно по какому-то другому принципу, по какой-то другой системе. И это прям были реальные случаи, когда людям я так и говорили. Я, например, проводила тренинг там, для какой-нибудь там PricewaterhouseCoopers, и в качестве там, в порядке бизнес-тренинга им давала элементы контактной импровизации, приглашала их послушать свое тело и начать действительно быть в контакте со своим телом. И они прямым текстом мне после этого говорили: «Саша, это было очень круто. У меня просто вообще мне новый мир открылся, но самое лучшее, что я могу сделать после этого, это уволиться, потому что я больше не хочу работать в этой компании. Потому что я теперь в контакте со своим телом, а мое тело мне говорит, что мне надо 8 часов сидеть за компьютером в день». Соответственно, я поняла, что если я работаю на вот эту вот систему, то, в общем-то, я, получается, все время иду против заказчика. То, что я несу людям, заказчик, он мне за это платит, но он на самом деле не хочет, чтобы это изменение произошло, потому что заказчики не клиенты. Мои клиенты, например, это там сотрудники компании, а заказчик это, например, там, ну, через HR-директора, в итоге заказчик это начальник. Начальник сам не собирается ничего менять ни в своем поведении, ни в том, как он вообще строит работу в компании. Соответственно, я просто как бы помогаю компании сказать: «Ну вот видите, какие сотрудники плохие, они между собой ругаются. Давайте мы их обучим, и они будут хорошие. Но вот видите, не получилось, не стали они хорошие. Плохой тренер. Видите, не работает эта ваша психология. Ну ладно, будем по-старому». Вот, соответственно, получается, что мне платят деньги за то, что я играю вот в эту игру. А если я даже, например, сделаю что-то, что действительно эту компанию поддержит, например, там я там ввела тренинг там, для топ-менеджеров Coca-Cola в России, и в какой-то момент я понимаю, что, блин, если я делаю что-то, и Кока-Коле от этого хорошо, так это же плохо. Они же что больше всего на свете хотят? Больше производить и больше продавать. А я не хочу, чтобы они производили и продавали. Я вообще не хочу, чтобы они существовали. Я ценнейшее время своей жизни, которое, конечно, трачу вот на это, на то, чтобы их поддержать. За что? За то, что они мне деньги платят? Да мое время не стоит никаких денег, и если я его посвящаю такому, то это вообще, это только хуже мне самой и всему, что вокруг. Я поняла, что все, я больше никогда, никогда такие вещи делать не буду, и это был мой последний бизнес-тренинг. Вот, и я поняла, что я теперь буду делать только то, что, ну, только то, что действительно для меня глубоко имеет смысл. И да. Вот как раз подошли к этому, к чему я обычно завершаю, чем вот, соответственно, ты сейчас чем-то занимаешься, и, как я вижу, очень многим занимаешься сразу, то есть у тебя такое очень широкое какое-то поле, вот, и, опять же, как я со стороны это вижу, для меня это какое-то очень такое, ну, яркое вот выражение какой-то твоей, вот, твоей жизни, воплощение каких-то твоих ценностей глубоких, ну, опять же, это мой взгляд со стороны. Ну, и, соответственно, ты помогаешь людям, как я это вижу, прийти к их какой-то определенной подлинности. Ну, вот как ты сказала, там человек просто начал чувствовать свое тело, и это изменило очень много, да, во всяком случае, он встал перед выбором, что ему делать дальше. Вот, и, соответственно, может быть, ты расскажешь вот для тех, кто там будет слушать нас, вот, что ты можешь предложить людям для этого, да, вот в своем поле деятельности. Для какого-то вот поддержания, для развития их вот этой подлинности. Еще раз вопрос. Что я могу для них предложить в каком-то... Ну, что ты предлагаешь людям, да, вообще? Вообще, пиши просто, что ты делаешь, вот куда ты людей можешь позвать, пригласить вот в свой мир какой-то. Сейчас подумаю.
Хочется ответить как-то коротко, и коротко пока не придумывается. Придется что-то объяснить, чтобы ответить. Нормально? Объясни, конечно. То есть, если кратко, то один из моментов – это контакт с телом. В том числе, почему? Потому что, как сказал Фрейд, тело – это бессознательное. А бессознательное, как мы знаем, это там 80 или 90% всего, чем... Или так считается. Потому что это 80 или 90% от общего такого нашего поля сознания. Соответственно, если я хочу быть в контакте с собой, хорошо быть в контакте не только с тем в себе, что я мыслю, понимаю, контролирую и улавливаю ежедневно, но и со всей остальной большой частью себя, которая включает в себя и контакт с коллективным бессознательным, контакт с вообще как бы с культурным и бескультурным полем вокруг меня, и контакт с разными пластами себя, которые можно как луковица потихонечку, можно сказать, отшелушивать, но я бы, наверное, сказала, что через них, как через слои, можно нырять и нырять на разные глубины и встречаться там с разными существами, которые там живут. Да, поэтому, как бы, ну, как бы, и ключ к этому это тело. Хотя есть и другие ключи к этому, можно просто работать с образами, метафорами, и есть люди, которые так прекрасно работают. Но вот какой-то мой способ, который подходит мне и тем людям, которые ко мне приходят, это способ через тело, в том числе потому, что именно тело – это то, что, ну, как-то, то, что дает нам материальное подтверждение того, что мы есть. То, что мы живые, и дает возможность вообще физического получения радости бытия. Можно там ментально испытывать радость бытия, и при этом тело будет, например, спать или лежать, или вообще ничего не делать. А можно получать все радостные гормоны и все радостные вещества, которые наше тело само прекрасно производит без всякой внешней химии, просто через то, что мы движемся, через то, что мы играем. Соответственно, это тема движения, тема игры, такого позволения себе играть как дети, импровизировать. Вот, это раз. И вторая тема, которая тоже связана с бессознательным, это работа с убеждениями. Есть убеждения свои, которые мы осознаем. Например, человека можно спросить там, ты считаешь, что болеть – это хорошо? Он тебе скажет, конечно, нет. Конечно, нет, болеть – это плохо, а быть здоровым – хорошо. Но при этом почему-то этот человек там раз в месяц или раз в несколько месяцев чем-нибудь обязательно там заболевает, например, там простужается. А другие люди в этот момент не простужаются, простужается именно он. Это же не потому, что он там, не знаю, такой слабенький или там сквозняк дует только в его сторону, а потому что где-то в нем есть бессознательное убеждение, то, которое он сейчас не готов вытащить на поверхность и сказать «да», и это убеждение тоже является моим. Какое-нибудь убеждение, и оно может звучать как угодно. Например, там «только когда я болею, мне позволено отдохнуть». И, соответственно, этот человек, вместо того, чтобы взять себе просто день отдохнуть и сказать, ребята, извините, я сегодня на работу не приду, или прикинуться, что он болеет, но при этом не заболеть, а просто сказать, знаете, ребята, я приболел, я на работу не приду. Он действительно должен заболеть, потому что иначе он сам себе не позволит отдохнуть. Вот. И это такой самый, наверное, поверхностный, простой такой пример того, что есть убеждения, которые у нас не являются осознанными, но они помогают нам создавать ту реальность, которую мы имеем, которая, возможно, отличается от той реальности, которую мы хотим. Вот, соответственно, познакомиться с этими убеждениями и посмотреть, может быть, их как-то передумать, поменять с ограничивающих на поддерживающие. Вот это тоже одна из тех работ, которая, мне кажется, как-то помогает действительно не только самому себе соответствовать, но и делать так, чтобы и мои проявления, и тот мир, который я создаю, и те отношения, которые создаю, они действительно соответствовали тому, что я хочу, они были, они воспринимались мной как что-то внешнее по отношению ко мне, заложником или жертвой чего я являюсь.
То есть, по сути, это тема ответственности, как бы взять на себя ответственность или осознать, соприкоснуться со своей ответственностью за то, что происходит. Ответственностью не как виной, а ответственностью как то, что есть в моей жизни, это и есть продолжение меня. Вот какой у меня есть муж, это не просто у меня муж такой, там, не знаю, дурной, например. А это я его выбрала, и я его таким создаю. Там отношения с мамой. Например, есть люди, у которых там они уже взрослые, они там супер медитируют, но с мамами у них, например, не очень хорошие отношения. И понятно, что это не мама такая, это человек выбирает себе в данный момент такую маму. И он ее выбирает. Если он ее начнет выбирать по-другому, отношения становятся другими, и мама начинает удивительным образом вести себя по-другому, очень быстро. Вот. Да, соответственно, тело, игра, работа с убеждениями. Ну. И третья часть, которая для меня важная, она, может быть, не совсем даже вписывается просто в рамки вопроса, что делать, ну, как бы, для того, чтобы идти к подлинности. Это просто какая-то, ну, наверное, для меня сейчас самая важная тема. Я о ней подумала еще, когда ты сказал, что давай поговорим. И вот я понимаю, что сейчас, наверное, ее принесу. Это... И даже не знаю, наверное, как ее, я не знаю, как правильно по-русски сказать эту тему. Может быть, тема единства или тема единения. И по-другому можно сказать тема сотворчества. Сотворение вместе со всем, что меня окружает, вместе со Вселенной. Чтобы пояснить, приведу, наверное, такой контраст, что я могу думать о том, что я аутентичная, я неподдельная, я настоящая, через то, что смотреть. А, вот это вот все внешние вещи по отношению ко мне, а вот я такая вся себя индивидуальная, я буду соответствовать самой себе, и тогда я буду настоящая. И у меня ощущение, что вот такое как бы возвращение к индивидуальности – это первый шаг для того, чтобы хотя бы посмотреть, ну, как бы, чтобы вообще обратить внимание на себя, потому что мы же с собой в итоге работаем. И следующий шаг – это наоборот, наверное, ну, для меня, следующий шаг – это перестать отделять себя от всего, что меня окружает, и начать видеть себя как часть того, что есть вокруг меня, и видеть все вокруг меня как часть меня. Это, может быть, слишком абстрактные слова какие-то, но, ну, как бы, я могу принять свою индивидуальность, а дальше перестать себя отделять, потому что, когда я нахожусь в разделенном сознании, тогда трудно что-то поменять, потому что тогда, например, если я чего-то хочу, а может быть, Вселенная этого не хочет. И если я перестаю вот это разделение создавать, тогда уходит вообще идея конфронтации, тогда я перестаю пытаться там с чем-то бороться или что-то кому-то доказывать, потому что тот, кому я доказываю, он ведь тоже часть меня, и он представляет какой-то голос меня. И тогда какая-то возможность вообще для творчества, для творения, для каких-то изменений, она открывается совсем другой, и она становится совсем другой, когда я начинаю не... бороться с миром, а менять себя вместе с миром, или не причинять кому-то добро, а, ну, как-то быть одним со всем, что происходит, и тогда вопрос не в том, как мне кажется, нужно, чтобы все люди были, и я сейчас им в этом помогу, а в том, что я часть всего этого, и как я могу, вот то, что я сказала вначале, как бы обнимать все, что есть, и обнимать все таким, какое оно есть. И, может быть, тогда важно не научить людей быть там какими-то правильными, уметь медитировать или там уметь делать какие-то вещи, а научить себя быть в таких отношениях, которые принимают то, что есть. И тогда из этих отношений может что-то, ну, что-то новое расцвести. Может быть, не, ну, как бы... такое ненасильственное изменение, какое-то такое изменение изнутри меня. Вот.
То есть это важно сейчас для тебя, и ты как бы приглашаешь людей к этому, да, вот в своем каком-то да, пространстве. Да, я приглашаю людей к сотворчеству со Вселенной и к чувству единения. Как говорят ученые, это даже на гормональном уровне важно. Это создает совсем другое ощущение счастья, чем нежели когда мы пребываем в состоянии разделенности. И тогда у нас и тело напрягается по-другому, и гормоны выделяются другие, и решения, и мысли к нам приходят совсем другие, если мы отделяем себя от мира. А можешь еще пару слов сказать, вот какие конкретно формы ты используешь? Ну, в смысле, что человек может тебе там обратиться индивидуально, да, или к какой-то группе прийти, вот как это вообще формально происходит? Есть занятия по контактной импровизации, это танец, в котором мы прежде всего учимся телесной осознанности, слушанию себя и слушанию другого, и учимся не знать, что будет дальше. Учимся быть в таком в постоянной внимании, постоянной алертности, учимся управлять своим вниманием. Это первое. Второе, похоже на это, контактная импровизация в воде, которая добавляет вот этого способности такого тотальной остановки, неделания и такое ощущение полной физической поддержки и полной физической свободы. Еще одна методика, которой я пользуюсь и применяю, и преподаю, это тета-хилинг. Это тот самый, ну, то есть, это один из способов целительства, который работает с убеждениями и с вот этим вот чувством ответственности, с принятием того, что я являюсь источником того, что со мной происходит. И не только я являюсь, но и я это делаю вместе со Вселенной. То есть, в общем-то, мы обнимаем противоречие, что с одной стороны все есть продолжение меня, с другой стороны есть большая Вселенная, и, в общем-то, далеко не все от меня зависит. Вот. Есть способ психотерапевтической работы, который я практикую и обучаюсь, и как могу его передаю другим. Это body-mind-gestalt, который, по сути, занимается тем же самым, но через, ну, как бы через работу с телесным процессом, через работу с тем, что мы слушаем, когда человек о чем-то думает или что-то чувствует, как в его теле это проявляется, и просто внимательно слушая, позволяем этому процессу разворачиваться, раскрываться. И без, ну, то есть это такой недирективный терапевтический метод, когда человек приходит, и терапевт просто его поддерживает в том, чтобы человек сам пришел туда, куда он хочет прийти, без того, чтобы терапевт ему сказал, вот мы с тобой сегодня пойдем туда. Метод Dragon Dreaming, который работает для личных и для коллективных проектов, и для того, как организовывать жизнь сообществ, который сейчас, в данный момент в нашей стране пока два человека только его преподавали, я и Антон Тофилюк, и в ближайшее время сейчас проходит обучение, и сформируется целый курс новых преподавателей Dragon Dreaming, и они как-то пойдут по стране и будут с радостью это преподавать всем желающим. Вот. Ну и есть вещь, которую я не преподаю, но очень рекомендую, это Випассана или любой другой вид такой тихой медитации. Наверное, это основное. Понятно. Спасибо, да, набор. Знаешь, он вроде бы широкий, а это вообще, ну, то есть это вообще одно, это все вообще одно и то же. И все, что там делается, оно настолько похоже, что там просто используются разные слова. Просто каким-то людям удобно, чтобы слово было более хитрое, а каким-то людям оно лучше, чтобы было более простое, а каким-то людям это надо объяснить на языке тела. И все, а так разницы вот между всеми этими вещами, которые я назвала, для меня вообще практически никакой нет. И когда я их преподаю, я просто говорю, вот сегодня это называется так, а сегодня я говорю, это называется так. И приходят соответствующие люди, которым подходит это название. Больше никакой разницы для меня нет абсолютно. Вот без шоу, я не преувеличиваю. Окей. Слушай, ну я там дам все ссылки, которые ты мне, соответственно, дашь, как с тобой, может быть, связаться.
Вот. Ну, сейчас, наверное, давай будем заканчивать уже этот разговор. Мне вообще было очень интересно, и для меня ты сказал очень много каких-то таких важных и мудрых вещей, и, мне кажется, полезных вот для какого-то такого думания про них. Вот. Ну, и для того, чтобы не только думать, конечно, но и что-то начать делать с этим. Спасибо. Вот, спасибо. Не ожидала такого разговора. Круто, что ты это делаешь. Ну что же, это все. И если вас заинтересовала Саша Безродного, то легче всего ее найти через Facebook. Нужно так и написать «Саша Безродного». Ссылки же на остальные ресурсы, где ее можно найти, я дам на странице своего блога, посвященной этому подкасту. Ну и если я вас заинтересовал собственной персоной, то заходите ко мне в гости. buddhavgorode.com. Счастливо.